На определенную, вот его определение. Но, значит, здесь это называется, вот это выражение называется равенство Клаузерса, и оно означает, не означает еще второй закон. Закон тут нет, это определение, введение понятия энтропии. Вот энтропия, вот определить так, что вот количество тепла, порция тепла разделить на температуру, которая на контрольной поверхности, еще с внешней стороны, привет. Вот. И вот это вот, вот изменение энтропии произошло. Да, это определение энтропии. Но закон неравенства Клаузерса больше. Вот это вот закон. Почему это происходит? Сейчас я попытаюсь объяснить, почему это. Почему неравенство? Энтропия определяется только как рассеяние энергии. Только как рассеяние энергии. Точка. Все. Как показатель рассеяния энергии. Показатель рассеяния энергии. Это мера, мера, значит, вот можно записать такую фразу. Мера рассеяния энергии. Это энтропия. Рассредоточение энергии. Так, ну хорошо, давайте такой пример. Вот мячик. Бросаю мячик. Да? Вот, изначально мячик имел некую потенциальную энергию. Да? Мячик прыгнул, потом потерял некую первоначальную высоту, третий прыжок еще меньше, 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 и наконец остановился. Так, почему это происходит? Мячик. Вот он упал первый раз. Все частички, которые здесь идут, они обладают энергией, да, физической энергией. Упал, значит, все эти частички кинетической энергии, а здесь вот неподвижный пол. Частички находятся в безмятежном состоянии. И вот их начинают раз частички передаваться. Эти частички пола передают другие, и все это все пол. Больше вся эта энергия рассеивается. Понятно? Рассеивается. Потенциальная энергия перешла в кинетическую энергию вот этих частичек. Рассеивается. Вот первоначально там энергия здесь была находится. Бах, все, рассеивается. Может ли процесс пойти в обратную сторону? Вот интересный вопрос. Количественно, да. Энергия. Сколько упало, столько все рассеялось. А может ли самопроизвольно все эти частички обратно передать всю эту энергию, сконцентрироваться здесь и подбросить мячик на ту же самую высоту? Нет, не может. Процесс необратим. Процесс. Энтропия уже поднялась, так сказать, рассеялась энергия. Поэтому вот этот вот закон имеет только знак плюс, она только растет, энтропия. Не меньше, не равняется, так сказать, только растет. И вот этот простой пример, это везде и всюду. Мы сейчас перейдем, у меня студенты тоже. Вот, Олег Владович, так сказать, вы что-то там говорите, мы на каждом шагу наблюдаем обратный процесс уменьшения энтропии. Не увеличения, а уменьшения. Сейчас разберемся, почему. Есть, кстати, такое определение, часто я встречаюсь с учениками, что энтропия растет только в естественных процессах. Что такое естественный процесс? Вот такой пример естественный процесс. Или такой естественный процесс? Мы возьмем тоже два баллона, один с давлением 1, другой 2. Ну, сколько один больше? Больше второго, да? Открывает, куда будет газ? Больше? Естественный процесс. Все мы наблюдаем, все прекрасно, так сказать, естественный процесс. Энтропия тоже возрастает в этом процессе. Происходит рассеяние энергии, смотрите, рассеяние через частицы. Вот их было больше энергетических, энергичных частиц, но тут становится меньше, меньше, меньше. Это в итоге мы приходим к рассеянию энергии, которая была в баллоне 1 и так далее. Это такой пример, тоже естественный процесс, который вот, беру. Значит, раствор, здесь концентрация вещества и, соответственно, химический потенциал 1, а здесь химический потенциал того же вещества 2, пускай мю 1 больше. Ну, один больше не может.
диффузия начнется. Диффузия, вот если дырка откроет, то от больше есть опять рассеяние энергии, рассеяние химических энергий. Естественные процессы, вот поэтому какая формулировка? Во всех естественных процессах энтропия возрастает. Происходит рассеяние энергии. Это здесь сконцентрировано, а потом оно рассеивается в большем объеме, в большем объеме. И тут возникает вопрос, а в неестественных процессах как ведет себя энтропия? Да? Вот интересно, естественно, да, действительно, да. Все это, так сказать, можно показать, доказать и так далее. В неестественных процессах. В неестественных процессах то же самое. Сейчас мы, так сказать, на ряде примеров просим. Вообще говоря, вот тот же Эдвинс, о котором я вам говорил, он вообще не разделяет процессы на естественные и неестественные. Все процессы, которые в природе мы имеем, все естественные. Все естественные. Образование там, жизни, там, я не знаю, чего угодно. Социальных, сейчас уже энтропия уже, вот я был на этом совещании, так сказать, с Асадовичем, да? Там вот этот вот бывший президент Акаев, да, знаете? Не знаете, да? Это отдельный рассказ. Чего? Мне же нельзя рассказать. Да? Нельзя сказать. Нет, сказать. Дело в том, что когда Советский Союз исчез, да, то все эти республики, они начали выбирать себе президента. И вот в Киргизии был избран, так сказать, президент Акаев. Он математик известный, ну, академик уже был. Избирали там, был две кандидатуры Акаев, писатель неизвестный. Айтматов? Айтматов, да. Айтматов отказался, Акаев согласился, дурачок. Он такой, он математик. Поэтому через год, по-моему, его оттуда сбросили с этого поста, чуть ли не посадили. И, а его хорошо знал Садович, он его Москву притащил. Он говорит, что сейчас преподает Московскую. Не мать, но вот часто нужно встретить, давай мне встретить. Но это личность, которой мне много чего можно рассказывать. Я его впервые слышал, на у него был доклад. Блестящий лет, блестящий совершенно. Ну, конечно, он для политической деятельности совершенно не годится. Так вот, почему я вспомнил его, он сделал доклад о применение терминологии Пригожина, ну, в общем, энтропийный такой подход для создания оптимальной модели, экономической модели общества. Потрясающе интересно. Уже, пожалуйста, там. Ну ладно, вот. Так что это не надо думать, что все вот эти вот понятия, так сказать, они ограничены какими-то очень узкими, так сказать, рано-механическими, там, химическими и так далее. Сейчас уже термодинамика и биология сплошь и рядом, и даже социология. Так. Ну да, так вот я вот хотел вам показать, как трактуется. Это такая уже древняя формулировка. Их существует несколько формулировок. Я еще две формулировки вам скажу, значит, наиболее важные. Значит, вот современная формулировка, аналитическое выражение второго закона, оно можно записывать так. Вот. Значит, рассмотрим нашу систему, которая объединится с внешней средой. Здесь протекает процесс. Да? Поэтому в этих процессах образуется энтропия. Скажем, что значит неравновесие? Значит, вот здесь вот одна температура, здесь другая температура, в этой части системы, здесь третья, четвертая. Давление здесь разное, и химический потенциал, пускай компонентов разные, да? Вот неравновесная ситуация. Да? И наступает естественный процесс выравнивания, да? Температура из большей области протекает меньше, там меньше температура. Давление из большей, меньше. Химический потенциал из большей концентрации. Меньше там идет выравнивание. Да? Вот. Но, и все эти процессы приводят к росту энтропии. Просто это.
Ну вот скажем, почему происходит, значит, энтропия связана с тепловой формой, ну вот, например, почему давление, выравнивание давления приводит к росту энтропии. Потому что любой процесс идет с трением. Частичка, то есть передвигается уже с большим давлением, меньше, не трутся, бьют, так сказать, друг друга. Поэтому происходит эта хаотизация. Направленный процесс, он характеризует, хаотизируется, то же самое при диффузии происходит.